Трое бандитов, расстрелявших ночью в Киеве милицейский патруль, задержаны. Еще один убит в перестрелке. Минувшей ночью злоумышленники напали на автозаправку, где ранили ее работника, и взяли из кассы около 800 гривен. Это меньше 2000 рублей. Они попытались скрыться. В погоню отправился милицейский патруль. Неизвестные открыли огонь из автомата. Двое сотрудников милиции погибли. Еще трое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.